продолжаем нашу деревню развивать. И у меня тут есть проблема, люди жалуются на антисанитарные условия. Забыл про компостную яму. Да, нужно говнецо это хранить. И до этого у нас есть... Где это говно было? Оно было... Подождите, в ресурсах, наверное. Это не то. Вот это что такое? Компостная яма. Да, это вот оно. Компостная яма — это хранилище с говном. Как бы да, вот. И его надо вынести как можно куда-нибудь. Вот не знаю даже. Давайте вот здесь его построим. Пускай это говно будет на отшибе. И, наверное, дорогу к нему надо провести, чтобы хорошо на тачке можно было приезжать и кокульки там складировать. Да сделаем, Дизи. Сделаем песенку на следующем. Так, все, ждем. Говная... Блин, тут дорогу, конечно, надо будет потом переделывать, потому что здесь будет у нас когда-нибудь золотодобычная шахта, и здесь некий Хоффман будет все добывать. Абсолютно точно. Здорово, Nexus. Играем вот в такую игру. Название стрима и видоса. Игра называется. Вырез звук. О, вот, звук пошел, все нормально. Говнояма, да ничего не задевает, нормально им будет все будет хорошо. Так, а вот у меня тут проблема. Область мы не можем выбирать, один домик у нас не под налогами. Ты посмотри, уклонитель, а? Ребята, у нас уклонитель. Ну-ка я сейчас посмотрю, можно тебя перенести, дружище? Вот сюда. О, все, теперь не уклонитель. Прости, дружище, ты переезжаешь принудительно нахрен. Видите, тут по полям вовсю работа идет. Ребята крафтят заборы, короче, ворота на заборах. Ой, красиво будет, я вам точно говорю. Яйца, конечно, мы просрали, но зато у нас поля будут. Это хорошо. Перевозите этих козлов, пожалуйста. И мне надо, наверное, вот эту штуку приоритет поставить, потому что надо говно выгребать. Если они сейчас начнут все болеть дизентерией, это будет очень-очень плохо. А там еще их от холеры, до холеры, в смысле, недалеко. Когда они начинают болеть холерой, они, сука, друг друга еще и раззаражают. А лекаря-то нет. А глида-то нету на лекаря. И все, мы в жопе, понимаете? Вот так вот все очень плохо будет у нас. Так, испорчено 8 ягодок. Ну, потому что не продали. Да, замечен хищник. Я думаю, что это мой охотник. Охотник? Он унижает просто охотник. Отличное место просто. У нас мясо некончаемый ресурс вот из этого логова. Они там делают новых волков, а мы их пердолим. Нормально. Нормально вообще. Все, яма готова. Тут рядом уголь, кстати. Здесь будет говно, господа. Да. Я не знаю, правда, можно ли... О, боже, как громко. Не знаю, можно ли его перерабатывать, но там точно будет много говна. Вот видите, он на телеге ходит по домам. Насыпьте мне говна, говорит он. Ему сыпят, смотрите. И он повез говно, только говна нет в телеге. Ну ладно. Нормально. А вот говно, кстати, смотрите. Вот такая же кучка была. Вот такая же кучка, и она исчезла. Это очень круто, что такие детали есть. Молодцы, молодцы. Продолжаем развитие наших деревень. Тут 3000 человека сил. Я не думаю, что они успеют закончить к весне. Потому что, ну, долго это все происходит. Хотя у нас 27 человек. Но все равно. Надо быстрее. Что у нас происходит с этим? Вот с этим, вот что происходит. Замечен кабан. Да насрать на него. Так, травы. Почему-то травы в воде. Это очень странно. А слушайте, я сюда еще одну рыболовецкую хрень не смогу воткнуть, нет? Я просто хочу проверить. Блин, тут такое место клевое. Прям вот как будто бы специально под нее. А давайте чисто поржать. Я попробую здесь вот как-то вот так вот. А? Хочу попробовать выровнять это говно. И посмотреть, что из этого получится. Там, конечно, много, да, я понимаю, что много сил, у нас народу много. Пускай работают нахрен, чё они. Да мы поняли, это мой охотник развлекается, чё вы сразу начинаете. Все, смотрите, строительство было остановлено из-за прихода зимы. Они не могут дальше возделывать землю, потому что зима приходит, и типа земля каменеет, короче. Ну, то есть реализм, мать его, понимаете? Ой, ещё кто-то родился, классно. Так, здесь вот есть очень странный момент. Охотник, ты дурак, что ли?
Ну-ка дайте ему пинка, сейчас охотника сожрет. Ребята, давай навались. Молодцы, смотрите, толпу его замудохали. Молодцы какие, классные у меня населением. Клевые чуваки. Значит, смотрите, вопрос у меня. Вот есть Хлоя, да, Клоя. И мы можем вроде бы как ее переименовать на что-нибудь типа такого, например. И, короче, не переименовывается. То есть ты вот, вот, короче, а куда мышка-то делась? О, черт, а вот все. Вот это вот она? Блин, я ее потерял. Ну, дерьмо, а. Сейчас, погодите, есть список жителей? Это профессии, строители. О, где же жители все? Хер ты найдешь список, я понял. Наверное, они еще, вы еще не давали. Короче, я не знаю почему, но вот, допустим, Сибилу возьмем. Переименуем ее в виде, и она не переименовывается, когда Enter нажимаешь. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, с ранним доступом. Может быть, когда в релиз выйдет, может быть, переименовывать. Я просто так хотел назвать себя каким-нибудь там поселенцем, чтобы он сдох от говна. Это было бы классно. Но нет. Не получается. Холера пришла к нам. Ну, твою ж мать, ну что за херня? Холера – инфекционное заболевание, которое распространяется через зараженную воду и вызывает сильную рвоту и диарею. Чтобы увеличить шансы на выздоровление, больному необходима чистая питьевая вода, стройте в поселении колодцы и обеспечьте своевременную уборку говна. Мой косяк. Согласен, да. Они засрали воду, потому что валили говнище прямо на землю, и теперь у нас колодцы, видимо, засраны. Хотя тут никакого показателя об этом я не вижу. Бонус за рельеф, что-то какие-то бонусы, общий бонус 31, объем воды 250. Тут с водой все нормально. Но, видимо, говнецо-то таки проникло в его организм. Латиницы? Ну, давай попробуем латиницы. Вот, например, Джоэн. Римпак. О! Не, подожди, это не Римпак. Это... Я не знаю, кто это, кто это, кто. Кто это, кто? Это... Сара Коннор. Нормально. Вот, это Саракон. Да, слушайте, на латинице работает. Я хотел на русском. Сжигайте дом. Нет, подожди. Вот, вот это вот у нас Клара болеет холерой. Что можно с ней сделать? Можно и... У нее есть вещи. Прикиньте, у каждого человека есть свой инвентарь. Это очень круто. Так, питаю. Можно как-то ее... Не знаю, что это за иконка. Это посмотреть на дом, да, на ее? Да. Сейчас вы не можете улучшать. Можно как-то запереть ее нахер там? Нет, нельзя? Короче, холера будет распространяться, я вангую. Да, точно, она заразит, сука, полдеревни. Но у меня от холеры, кстати, не дохли они. Я уже ловил холеру, и они не умирали. Хотя очень странно. Не, Нексус, нормальных туалетов нет. Увы, увы и ах. Я вот хочу, чтобы они убрали это говнище. Пожалуйста, уберите. Вот. И вот это тоже уберите. Я очень вас прошу. Я понимаю, что с камней до хрена. Но надо что-то с этим делать. Оно меня бесит. Можно удалить, в принципе, кстати. А маленький заберем, потому что я сюда мог бы построить что-нибудь. Понимаете, вот очень хотелось бы мне. Или не надо, 80 камней потеряем. Да пофиг, тут камней полно. Нормально все будет хорошо. Сейчас зиму только надо переждать. И все будет вообще офигенно. Чувак просто упоролся в дрова. Он как вот в самом начале игры начал их пердолить, так и не останавливается. Я думаю, что его снимали в рекламе Energizer, кролика играл. Угры как будто бы стало больше. Вот что это за значок, интересно, непонятно. Поселенец выздоровел. О, смотрите, у нас холера-то не распространилась. Она, видимо, всю зиму дома просидела и нормально все. По-моему, это прекрасно. Сейчас Новый год начнется. Это уже будет 5-й год. Мы уже 5 лет здесь живем. Вот 5-й год, здравствуйте. Еда, конечно, меня начинает немножко... напрягать. У нас куча рыбки, очень большая куча, кстати. Кто-то родился по весне. Как дела у вас? Слушайте, ну они... Я не скажу, что это прям... О, боже, тут, по-моему, я все испоганил. Было еще... О, можно гору? Подожди, они стесали гору или мне показалось? Так, проверяем. Слушайте, влезает. О. Влезает, но рыбу ловить он может только в двух местах, в трех местах. Это говно, конечно. Но мы все равно его построим, потому что чем больше рыбы, тем больше рыбы. И я хочу проверить теорию стесывания гор. Можете мне показать, как вы это делаете, а? Пожалуйста, я хочу это видеть. И мы, наверное, приоритет просто поставим сюда. Так, годовой налог собран. У нас же 64 золота, это прекрасно. Сейчас будем прокачивать ратушу. Сейчас вот это вот надо зачистить. Кто-нибудь придет работать? Нет, сюда. Спасибо. Кто-то идет. Давай.
Нет, это дороги делают. Во, кто-то пришел. Давай, копай. Копай, как никогда не копал. Давай. Еще кто-то копает. Молодцы какие. Хижина атакована. Что? А, медвежоночек, да? Ну ладно. Или нет, это не медвежонок. Медвежонки, короче, могут ломать постройки. У меня тут один медведь пришел, нападал на хижину, потом ушел. И с ним даже никто драться не хотел, потому что, видимо, все обосрались. Оу. Ну, короче, в принципе, это можно считать выравниванием. Ладно. Но я бы хотел больше контроль, конечно. Так, где хищник-то? Где вы всех? А, ну, понятно, это мой охотник, все. Вопрос снят. Охотник-красавчик. Делает вещи просто вот какие-то сумасшедшие. Давайте смотреть, что мы будем делать дальше. Значит, ратуша, привет, иди сюда. Боже мой, как громко. Мы можем ее улучшить, но мы не можем ее улучшить, потому что 30 человек не хватает. Вот один человечек, и мы ее улучшим. А пока давайте посмотрим, что еще не построил. Коптилка есть, по ресурсам у нас говнояма есть. Это же такое, лавка корзинщика. О, слушайте, это тоже важно. Домик лучников. Боже, я забыл про домик лучников. Охотникам, короче, нужны луки. И луки делает вот этот прекрасный человек, лучник. Дом лучника. Слишком крутой склон, говорит он мне. И я его сейчас нахрен буду равнять полностью. А можете вот так вот сделать просто? Вот нахер равняйте здесь все. Полностью, спасибо. Привет, Сегаурал, спасибо тебе большое. Я надеюсь, да, можно приступить к севу. О, ребята, мы доделали одно поле. Потрясающе. Значит, смотрите, поля, поля, это отдельная история. Я ни хрена не понимаю в агроведении всех этих вещей. Но вот смотрите, сколько у нас есть разных культур. У них у всех есть различная статистика. Я, наверное, здесь бы начал выращивать что-то типа капустки. Вот у нас капуста, например. Потом пускай морковка растет. Затем, например, уже во втором сезоне, уже через год получается, мы немножечко отправьте за медведицу ухаживать за полем вместо выращивания посев. Это снизит количество сорняков и камней на поле. Давайте мы поухаживаем за полем, допустим, один раз, и вырастим там репу. А после репы мы вырастим там, сука, лук. Где лук? Я видел, здесь был лук. Вот это лук? Лук парей. Лук парей. Не хочу. Не может. Чё-то no room. А, видимо, не влезает. Давайте тогда еще раз поухаживаем за полями. И в следующем сезоне у нас будет лук. И у нас будет репа. Или, может быть, даже не репа, а... Сейчас я вот это удалю. Может быть, даже морковь. Да, морковка пускай будет. Ожидаем урожай. Говно. Здесь тоже говно. Почему? Непонятно. Смесь почвы. О, смотрите, добавить глину. Нихера себе. О. Вы поняли, да? Под каждый... О, как интересно. А у меня нету ни того, ни другого. Так что сорянчики. Короче, да, это прикольно. Это прикольно. Надо будет еще за почвой следить. Угу. Но пока-то никак, понимаете. Очень хотелось бы, но никак. Ну, в общем, ладно. Значит, с этим мы разобрались. У нас также есть лавка сапожника, который делает из шкур обувь. И есть кожевня, которая делает из шкур и воды одежду. Поэтому вот эти прекрасные здания я бы хотел разместить, но, видимо, они еще пока не могут разместиться. Лавка вот такая вот. Лучники. Сюда. Вот, наверное, даже вот так сделаем их. А здесь будет дорожка. Так, вы там выровняли? Вот это надо собрать. Спасибо большое. Равняют. Ну-ка посмотрим, насколько они сравняют это все. Ну, кстати, молодцы. Кстати, вот и правда, ведь вроде равняют. Ведь, суки, нормально. Сейчас построят лучника, у охотника будут хотя бы луки, потому что луки быстро кончаются, и это потом большая проблема. Дальше у нас будет, видимо, кожевня. Или кожевня. Где вход, сука, у тебя? Короче, она хочет быть здесь, видимо, да? Ну, будь здесь, что, я не против. И вместе с ней мы сразу ставим лавку сапожника, потому что сапоги-то... Одежда-то это прекрасно, а сапоги-то... Кто же сапоги-то вот будет делать? И вот так вот мы это дело дорожкой опоясаем. У нас родился ребенок и прибыли 4 поселенца. И это значит, что мы можем прокачать наконец-то ратушу. Привет, ратуша.
Все, улучшайся. У меня и за окном, и в окне ферма. Это прекрасно, вам сделали. Смотрите, еще какая штука есть классная. Помните, я вам говорил про мое любимое говно, это украшение. И вот теперь мы можем за золото и за человека силы выращивать различные классные деревья. И в том числе делать классные всякие садовые тропинки. О, какая прикольная штука, а. Да, а это что такое? Это что там растет? Вот это вот, что это? Что это тут вырастает? Ты кто? Ты сосна. Нет, подожди, я буду сам выбирать, кому тут расти. Прости, сосна. Я хочу что-нибудь сюда вот. Клен очень красивый. Ой, дуб красивый. Есть еще кедр. О, кедр. Можно посадить клен, он такой будет красный, красивый, раскидистый. Вот такой прям, ух. Сюда куда-нибудь. Вот. Да, хочу сюда клен. Посмотрим, когда он вырастет, как он будет классный, особенно по осени. О. Так. Эдвин, спасибо за подписку тебе. Кто-то обосрался. Кто обосрался? Эльдара обосралась. У нее все в говеном состоянии. Конечно, грустно, но еще более грустно, где она живет. Давайте-ка я ее, короче, перенесем. Че она там, как не у себя дома? То здесь влезешь? О, она тут влезет, отлично. Они камень наконец-то убрали. Здесь вот еще одна замечательная... Что-то происходит. Короче, я надеюсь, что... Боже, эти звуки, они очень громкие. Они катастрофически громкие. Вы это говно можете удалить, пожалуйста? Бесит меня уже. Спасибо, спасибо, друг, спасибо. Кирки, они, видимо, из жопы достают. Серьезно? Какой я молодец. Она обосралась. Ясно, я думал, это дом, а это не дом. Отмена операции. А как ее отменить-то? Все хорошо. Я ничего не делал. Я думал, это дом жилой, а это собирательница, да. Все нормально. О жилых домах просто подумал. Так, у нас с досками проблемы. Вы, ребята, работаете? Они работают. Нужна еще одна распилочная. Давайте поставим еще одну распилочную. Ресурсы. Распилочная. Наоборот, наверное, ее как-нибудь развернуть. Она, по-моему, одинаковая, да, со всех сторон? Блин, ну я не хочу, как, чтобы они одинаково стояли. Это так некрасиво. Я хочу вот так построить тогда ее. О, а сюда не хочешь. А что тебе не нравится? Мешает постройка. Ну, понятно. Ладно, тут будешь жить. Вот тут у нее будет тропинка. И я еще сюда, знаешь, что? Вот возьму вот так вот клен. Раз, два. Красиво будет. Это точно. Все нормально. Не, кладбище не дает дебаф, оно дает огромный громкий звук мне в уши, но дебаф не дает. Но нужна глина, короче, и песок, чтобы вот формировать землю на полях правильную. Зато смотрите, какая красота, кустики сразу организовались, тут что-то растет у них уже, вон, видите, увеличивается прямо на глазах, как клево. Нормально, нормально. Так, почти достроили обувника. Кожевня уже, вот видите, есть у нее там шкуры, водица. Лавка сапожника вроде как тоже есть. Давайте я сюда еще бахну, наверное, колодец. У него, конечно, с водой серьезные проблемы будут, но. Повисло все, нормально все отвисло. Но, по крайней мере, он не будет мешать нашим домам, потому что сейчас они воду всю забирают из домов. А мне это не надо, оно там опять кончится, будут опять орать, ну их нахер. Пускай они здесь будут воду свою добирать. Поселенец выздоровел, мы с чем его, собственно, и поздравляем. С едой у нас все отлично, потому что охотник разбушевался, он, походу, перебил здесь всю живность. Я бы здесь какой-то, вот знаете, я бы, наверное, здесь немножечко вот взял бы вот так вот. Как-то вот хотелось бы мне... Я даже не знаю, вот так можно мне вот так выровнять все. О, посмотрите, как клево будет. Я что хочу-то? Harvesting resources. Ресурсы, такие как бревна или камни, должны быть помечены для сбора, чтобы их забрали рабочие. В режиме сбора мы поняли. Я... С трепплощадкам нужны ресурсы, но вы не отметили ресурсы для сбора. Подожди. Стройплощадки... Какой стройплощадки?
а где у меня, извините, стройплощадка? А? Можно понять, о чем они говорят? Займите shift во время выделения, чтобы отменить выбор ресурсов. Так мне тут не нужны ресурсы, подожди. Тут у нас просто кончилось дерево. И, наверное, поэтому они такие решили, надо напомнить этому дебилу, что можно рубить лес. Ладно, я знаю, спасибо, вот лес рублю. Камни не рублю, лес рублю. Рубите. Так, сейчас посмотрим, как они его выровняют, это место. Я хочу здесь забор построить. У меня это пунктик, короче, я люблю заборы. Вот. Смотрите, ворота есть, чистокол. Даже, о, чистокол открылся, клево. Как он выглядит, не расскажут, понимаю. Ладно, мы построим здесь тогда обычный пока заборчик. Есть еще каменный, кстати говоря, каменная стена. А давайте, типа, знаете, промышленный район, пускай будет с каменной стеной. Это будет логично. Это холера опять заболел. Ну и хер-то с ним, дерьмо случается. Камни буду попозже рубить, у меня их 320. Куда мне вот камни сейчас? Не надо камней. Надо, знаете, что, вышку. Где тут у нас защита? Вот есть вышка. И, кстати, можно же упороться в казарму, правда, денег пока нет. Ну, короче, наблюдательная вышка. Что она дает? Она дает плюс 18, если наверху, плюс 3, если внизу. Слушайте, можно сюда вышку построить? Давайте построим здесь вышку. И к ней, я не знаю, нужна ли ей дорога, но она будет. Да. Потому что это отличное место для вышки. Я не знаю, правда, что с ней потом делать, и будут ли на меня кто-то нападать. Наверное, все-таки будут, раз у нас есть казармы, солдаты и лучники. Но пускай будет вышка. О, ребята, вы типа выровняли, что? Они выровняли. Ты посмотри на них, какие молодцы. Хочу каменную стену здесь я полностью. Вот так. Ну и пока что вот до сюда доведем. Потому что мало ли я сюда еще что-то буду строить, будет красиво. А ворота каменные есть, только такие, да? Угу. Я понял. В таком случае каменную стену мы будем продлевать... Вот до сюда. Можно даже, в принципе... Не, вот так. Вот так хочу я продлевать. Пока до сюда. Вот это вот не надо, потому что здесь будет дорога, и здесь будут ворота. Вот такие. Вот. И дорожка. Вот такая. Все, класс. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Я прям люблю эту декорированную херню. Особенно, когда средневековая история. О, вот это класс. Вот это кайф. Это не мой клен, они рубят, сука. Это мой был клен. Ладно, пофиг. Это же все-таки промышленная зона. Красивости и тут нам не надо. Да. Красивости это потом. Я на что я нажал? Где фильтра? Фильтра на Г, да? Г. А на И это вода. Ага. А на П это профессии. А на F? Это земледелие. Понял. Все. F земледелие, G привлекательность земли. И И получается это наличие воды. Вот здесь классно воды бы мне получить, но нет. Так, учитывая, что мы качнули ратушу на второй уровень, у нас открылись очень много интересных зданий. Поэтому пойдемте в благоустройство и будем смотреть, что у нас тут есть. У нас тут есть дом лекаря, но это пока рано, нету глины. По жилью у нас также должен был открыться. Нужна, что нужна? Является улучшением постройки предыдущего уровня. Ля-ля-ля. А, слушайте, вот. Сейчас, подождите. У нас открылась... Господи, миловарня. Мыловарня. Лагерь рабочих. Склад. И мастерская повозок. Домик лучников мы сделали. Лавку эту сделали. Или не сделали? А нет, корзинчика я не делал. Необходимо солома или сено. Так, а где мне взять, подожди, солому или сено? Наверное, его надо выращивать. Скатская мастерская. Где эта повозка-создавательница? Доспешная мастерская. Здесь доспехи делаются. Смотрите, из кожи, угля, короче, железо. Охренеть. Посмотрите, сколько золота она требует. О, боже мой! Слушай, а чё как мало налогов? Скажи мне, пожалуйста. Вот, смотрите, налогов она... Короче, где мои налоги? Я не вижу. Она сейчас 5 приносит. Услуги 0, налоги 9. А куда уходит еще твою мать 4? А, вижу, услуги 4.
Непонятно. А что тут с забором такое? Подожди. Вы вот так, вы вот типа так построили? Я не понял. Это кто вот строил? Вот этот кусок, а? Вот что с ним не так, с этим куском? Ой, дебилы. Ладно, достраивайте, ладно, все равно. Все равно. Они их тратят на какие-то услуги. Я пока не очень понимаю, что за услуги, но я точно знаю, что нам нужны... Вот где тут у нас есть дом лекаря. Школа появилась, таверна. И крысолов. Это, наверное, тоже услуги. И это тоже будет брать у меня деньги. Мастерская повозок. Вот ее надо построить. И она будет стоять у нас где-нибудь тут. Сейчас я поверну вот сюда. Класс. У нее будет дорожка своя. Можно к тебе дорожку? Что-то она... Херня какая-то, а не дорожка получилась. Ну ладно. Я хочу сюда... Я что их ставлю-то на минус один блок? Я хочу сюда что-нибудь красивое. Какую-то херню как красивую. Вот. О, нет, это слишком красиво для этого говна. Подождите, вот кусты есть. Раз, два. Все, делайся. Очень-очень симпатичная обздутая игрушка. Очень красивая. Я прям в восторге от визуала. Да и механики очень классные, интересные. О, у нас поле есть. Так, давайте думать, что выращивать. Горошек, да? Берем горох. Нормально, горох будет. Пшеницу хочу еще. Спасибо большое. На следующий сезон потеребонькой землю мне. А между ними будет капуста. Нет, не будет. Капусту хочу. Спасибо. Что еще у нас есть? Рожь еще есть. О, лен. Слушайте, нужен лен. Это для... Можно два раза? Спасибо. Это для того, чтобы... Я плетника-то забыл, помните? Тут есть еще плетник. Насколько я помню, вот в ресурсах я видел точно. Лавка корзинщика нет. Нет. И тоже нет. Лучник, подожди. Я тебя точно видел. Ты существуешь, я знаю. Посмотрим, подождите, он где-то точно есть. Вот, ткацкая мастерская. Смотрите, необходим лен, производит одежду. Замечательное говно, мне очень нравится. Я это строю. Нет, тут колодец, чертов, падла, жопа. Ну, тогда здесь, что ли, тебя расположить? Давай сюда поставим. Но сперва, наверное, я здесь землю вот так возьму и... О, мама, а что такое? А тут почему не хочешь? Подожди. Превышен размер. Ну хорошо, вот тогда вот так давай делай. Вы должны, падлы, здесь все выровнять. Понятно вам? Работайте. У нас эти 40 из 40 человек. Надо бы новый район где-то обустраивать. Я вот думаю, где? Желательно, конечно. Ну, кстати, а что я парюсь-то? У меня тут есть под несколько домов место-то, да? Под мало домов, к сожалению. То есть я могу их вот так поставить. Там... Получается, о, три домика всего. Жалко. Красиво будет у вас. Я вам точно говорю, я все для вас сделаю, падлы. А вы делайте мне налоги. Возможно, сюда еще влезут пару домов, кстати. Нет, не влезут. Ну и ладно. Не влезут и не влезут. Зато здесь будет красиво и стильно. Это добавит нам, получается, 12 человек в казну. О боже, молния, готовьтесь, граждане, будет громко. Очень громко. Я бы хотел... Жалко, вот нельзя вот эти деревья выращивать на тех... Там, короче, вот на тех. Короче, он там, да. Не-не, налоги идут с рынка, да. Вот рынок, он берет дома и собирает... О, боже, собирают налоги, короче. К домам можно не проводить дорогу. Им один блок пройти до дороги, они не сдохнут. Я просто специально так сделал, потому что на один блок дорога ублюдски проводится. Сейчас, отвисни. Ну, видите, она на один блок не хочет проводиться. Поэтому там, короче, будет нормально, там все будет. Они выйдут, я думаю. Если не выйдут, они напишут об этом. Но вот эти домики, они не подключены к дороге. Вот эта дорога вообще лишняя, в принципе. Я тут пытался что-то подключить, но у меня это не очень получилось красиво. Поэтому я ее сейчас расхерачу. Вот, без нее как-то лучше.
В общем, ждем строительства домов. И давайте укажем нашим ребятам, что нужно срочно спилить здесь деревья, спилить здесь деревья, спилить здесь деревья. Что-то у меня... А, вот еще, кстати, да. Пилите, пилите, дети мои. Да и тут пилите. Мы уже гнезда все равно просрали. Охотник все еще развлекается. Так, здесь что? Здесь может работать больше людей. Испорченное письма... Письма. Пища 22. Рабочего нет. А почему ты ушел, падла? А ну иди работай, тварь. Закройся. Сейчас дома построятся, у нас будет больше места. А то потому что рабочих маловато. И там... Оу! Хьюстон, у нас проблема. Это охотник убежал сейчас, да? Ой, у нас будут потери, ребята. Я вам точно говорю. Делайте что угодно, но победите. Так, одного вынесли. Давайте, пацаны, а куда эта тварь побежала? Мужик, прячься в дом. Короче, он гонится за мужиком, за волком гонятся другие мужики, и здесь происходит то же самое. Мужику надо в дом. Девочка, да, давай в дом быстрее, прячься. Все, она спряталась, волка запердолили. А тут все происходит. Давай, дружище, домой. Давай, тетка, нормально его, надолби ему. Все, молодцы. Никто, никого вроде не потеряли. И даже кто-то родился, я больше скажу. Ну и хорошо. Надо только дома построить. Они вот что-то медленно строят. Приближается жара, это плохо, это может по полям ударить. И будет печалечка. О, начали рубить, молодцы. А то у нас что-то с деревом проблемы были. Ну а чё, Бенни Хилл, да? О, дом один готов, да? Да, 44 человечка. Теперь к нам придут новые поселенцы. Все у нас будет хорошо. Надо копить деньги на казарму, потому что казарма это важно. Я пока не знаю, с кем рубиться и когда на нас нападут первый раз, но, в общем, это важно точно. Да-да, охотник распсиховался, сагрил кучу волков, не справился и побежал. И, наверное, бежит здесь и орет: «Помогите, они сожрут меня!» Мой меч-кладенец сломался. Вот, спасибо за фаербол. Так, вот эти деревья я тоже хочу спилить. Тут будет поле, красивое такое поле. Вот здесь что-то не хватает, да? Вот тут прям хочется что-то построить, какую-нибудь, не знаю, среднюю площадь, например. Вот, да? Две-то влезут, смотрите, две влезут. Раз, два. 40 золота просру. Замечен враг. Где? В смысле? Подожди, какой... О, господи, опять они про своих собак этих. Наплевать на них. Кстати, о наплевании. Надо охотнику обязательно сделать здесь... Хотя у него есть пока выход. Здесь может работать больше... Короче, охотник либо сдох, либо перестал быть охотником. Кто-нибудь должен туда наняться сам. Мне вот даже интересно, если принудительно не назначать человека, он наймется в охотника, вот в эту хижинку, или нет? Так, это мой клен растет, да? Нормально растет клен. Нормально растет. Маленький пока что, но ничего. Оно когда-нибудь будет побольше. Что я еще могу тут сделать? У меня тут есть небольшой сад. У меня есть кустарник небольшой, и у меня есть средний сад. А, он на 4 клетки, понял. Небольшая площадь. Кедрик, березка. Ну, не знаю. Я даже не знаю, если честно. Оставим пока как есть, потом посмотрим, когда вырастут эти замечательные вещи. Блин, наверное, зря золото трачу на эти площади. О, он уже здесь. Собака уже сюда прибежала. Ребята, херачьте ее нахер. Охотник опять сюда прибежал. Полудурок, блин, опять нагрел там всех, кого не лень. У нас уже, видите, 4 камушка-то, ребята. Я как-то не заметил, когда 4-го-то привезли. Ну вот... Почему никто золото не возит? О, гляньте, построилась мастерская по повозкам. По-моему, очень прилично выглядит с этими маленькими клумбами. Но, конечно, да, здесь хочется вот что-то, вот сюда хочется мне что-то, но вот как мне сделать? Никак. Что я могу предложить им еще тут из здания? Да ничего, собственно, не могу. Ресурсы. Вот у нас есть казарма, 250 золота она стоит. Это ужас какой-то, прям кошмарный ужас. Также у нас есть сокровищница, надежное хранилище для золота. У нас есть бондарь, который делает бочки. У нас есть амбар.
Склад для пшеницы и других злаков надежно защищает запасы пищи от крыс и других вредителей. Слушайте, амбар нам нужен по-любому, потому что ну куда нахрен без него? Прибыли новые поселенцы, в деревне родился малыш, замечен хищник, куча сообщений. Короче, амбар, очевидно, должен быть рядом с полями. Поэтому амбар я расположу вот здесь. Да? Да. Подожди, стой. Где вход в него? Вот тут. Стройте амбар. Также, что у нас тут есть еще интересного? Бондарь, не знаю, мы пока ничего не делаем. Необходимо железо, видите? Так что обломитесь, сокровищница. Тоже необходимо железо. Это я все уже построил. По производству пищи у нас появился сарай садоводов, который тоже требует глину. У нас есть пекарня и мельница, которая требует молнию. Там какие-то инструменты нужны, инструментов нет. Да иди ты работай уже, ты что бесишь меня? У меня уже 44 человека, никто туда не назначился. Видимо, он реально сдох. Так, что еще у нас есть по благоустройству? Дом лекаря очень хотелось бы. 100 золота. 100 золота стоит. И глину, опять же. Базар. Базар, подожди, а чем? Есть рынок. Все товары первой необходимости поступают на рынок, трали-вали. А базар хранятся товары, предназначенные для продажи заезжим торговцам. О, это что-то новенькое, да? Школа требует опять глину. Таверна ни хрена не требует. Крысолов есть еще. Вот крысолова я не строил, это, наверное, увеличивает. Вот где он должен ловить? Ведь я даже не знаю, если честно. Так, а что про него вообще пишут? Крысоловы контролируют популяцию грызунов в определенной области. В первую очередь им стоит проверять местность рядом с различными складами пищи. Я понял. Эта штука как раз нужна для того, чтобы амбар контролить и вот наши склады. Я думаю, что вот это место просто идеально для него подойдет. Он и амбар забирает, и забирает погреб. И, в общем, короче, пускай тут развлекается. Да, походу охотник, да, четвертый камушек. Ну, прикольно, прикольно, нормально. Визуал мне очень нравится. Как у нас дела с повозкой? Так, строят повозки. А чем он сейчас? Сара Коннор. О, Сара Коннор. Ты посмотри. 19 лет ей. А выглядит она реально на все 93. Ну хорошо, на 56. Но точно не на 19. И образования у нее нет. Ну, простите, надо... Короче, давайте исследовать, где глина-то, падла. Сюда. Идем, сюда идем. Сюда идем. Песок я вижу. Давайте, короче, вот это все мы должны посмотреть. Потому что глины нету, ребята. С глиной жопа. Без глины мы дальше не продвинемся. Закупать ее на базаре — это такое себе. Хотя я, конечно, допускаю такую возможность. Где мои исследователи? Я не пойму. А? Кстати, теперь у нас появились вот такие интересные вещи. Временное укрытие. Временное укрытие, в котором можно хранить пищу, другие припасы, чтобы люди могли дольше работать вдали от дома. То есть вот эта штука, по сути, она нужна вот здесь. Мне кажется, она тут вообще отлично встанет, потому что у нас тут три рыбака, и они все хотят работать. И вот здесь я, походу, сейчас возьму, так нажму, так, о, делайте вещи. Выравнивайте это говно, нам должен быть дом. Временное укрытие. Потому что вдали от дома, и вот эти ребята тоже вдали от дома работают, здесь тоже им нужно временное укрытие обязательно построить. А вот, как наше исследование? Кто-нибудь пошел куда-нибудь? О, куда-то пошли. Так, что у нас тут есть? Песочек вижу я. Ягодки, уголь. Замечен олень. Добрый день, олень. А где же глина-то? Слушайте, это капец. Ни одного месторождения глины. Это шутка такая, что ли? Тут тоже пусто. Твою мать. Так, продолжаем исследование. Замечен хищник. Сейчас кого-то съедят. Я должен найти глину. На гору не пойдем. Кого-то сейчас точно сожру. А вот что-то происходит. А вы уже его... Его, наверное, уже угрохили. Почему нельзя песок смешать с чем-нибудь, чтобы получить глину? Охотника, да, завалили. Он боролся как бог, но теперь вот здесь он лежит, вот в этом камне, в черном. Смотрите, какие площади прикольные получились.
Ну вот как смог, короче, да. И вот это почему-то не достраивают дорогу здесь. Грунтовая дорога. Почему ее не доделывают? Что им мешает? Только не говорите, что это дерево. Кстати, о деревьях. Они кончились. Их никто не рубит. О, родился ребенок. А кто-то хочет порубить деревья? Вообще кто-нибудь их вообще рубит, в принципе, нет? А вот один чувак рубит. Видимо, у меня столько работ, что людям как-то вот не до этих хлопот. Или они пошли все исследовать дружным миром. Так, вы, ребята, сперва на север, да, пошли? Молодцы. Золото вижу, опять вижу песок. Жуголь. Песок, золото. Блин, что за прикол? Опять железо, песок. Какая-то песчаная долина, я не знаю, у меня получилось. Ни одного месторождения глины, вообще ни одного. Это прикол такой? Один песок. Она должна быть у воды, но вода тут такая себе. Да, не повезло мне с месторождением-то. Хорошо, тогда есть вариант, получается, покупать. Ну, допустим, мы построим здесь базар, да? Где-то вот тоже на площади надо это делать. Но я что-то даже не знаю, куда и поставить, а теперь, черт подери. Ну, вот здесь можно построить базар. Вот так вот. Станет, кстати, хорошо. Там, правда, говнояма, но да ничего страшного, как-нибудь не сдохнут. Мы поставим перед базаром какие-то украшательства. Например, вот такой небольшой сад. И здесь тоже, допустим, два небольших сада. И тут тоже один. И тут тоже один. Я знаю, что все это стоит денег, но надо же как-то покрасивше все делать. Они же распсихуются, если базар будет у говноямы. Уже 7-й год мы проживаем здесь, на дне океана. Я хочу построить вот эту штуку, для которой должны были сравнять. О, реально сравняли, прикиньте. Вот классно, блин, вот это мне нравится. Стройся. Так, 47 человек у меня. Нужно, получается, новый район делать. И туда ставить рынок, чтобы собирать налоги. Вопрос, где будет новый район? Может быть, тут? Если вот это все вырезать, выпилить, срубить, то можно вот здесь построить, к примеру, новый район рядом с фермерскими угодьями, а здесь продлевать нашу промышленную зону и куда-нибудь сюда тоже заборчик вкорячить. Думаю, что так надо делать, да. Бешенство поражает поселенца? Что, твою мать? Ну, от этого, по идее, не лечат. А у нас опять охотник подох. О, как убийство. У нас там минус один или два человечка, так что не повезло. Дорогу может улучшить? Не. Улучшение дороги стоит что? 10 камней. Можно... О, кстати, давайте камни на дорогу сливать. Класс, точно, давайте. Сливаем все на дороге. Сперва у ратуши улучшим. Делайте вещи. В поселении есть люди с серьезными ранами. Они погибнут, если не построите дом лекаря. Я знаю, у меня нет золота. А золото у нас идет в минус, нахрен, на 12 штук, прикиньте. Хоу. То есть мне надо как минимум 12 домов. Но вот это прикол. Слушайте, у нас с деньгами жопа. Да, я просто констатирую факт. С деньгами полная жопа. Вот, конечно, очень дорого все это, оказывается, обходится. Вот эта херня тоже жрет золото, получается, да? Вот не написано, какие услуги. Но это услуги. Да, это услуги, которые предоставляют повозки. О, ты кто? Гляньте-ка, кто это к нам приехал? Сквозь стену-то. О, боже мой. Так, что я могу? Я должен это подвинуть. Купить, продать. Ага, ваш инвентарь. Я могу продать им... камни. Ну, я могу вообще дрова продавать, но они их не покупают. Прям вот, что называется, совсем не покупают. А почему, кстати?
Потому что на базар не привезли эти предметы. Я понял, как это работает. Ясно. Короче, они должны сперва базаром наполнять. Вот у нас, видите, есть 249 зерна, и мы его можем продавать. А сколько вообще стоит? Очень низкая цена. У нас также есть... Вот хочу переместить сюда. Можно 100? И... О, несут, короче. И я хочу продать им еще... Да какое 100? Ну давай 100 попробуем продать, посмотрим. И вот камни еще хочу перенести, скажем, вот столько. Ждем. Сейчас посмотрим, почем они это покупают. Рыбка-то как бы нормально же должна зайти. Я не знаю, несут они, несут. Кто-нибудь рыбу нанесет сюда? Тут как бы погреб-то рядом должен быть. Так, у нас появился жир. Классно. Рыбу так и не принесли пока. Так, давайте еще, короче, 200 я попрошу. Может быть, прям реально дофига, можно продать. Но они несут ее что-то. Надо ждать, короче. Замечены налетчики. Опа. О, кажется, это ГГ. Вот я все думал, когда мне надо будет покупать солдат. И, видимо, теперь время пришло. Да. Но... Надо вот их вот так сделать. Тревога. Тревога, люди. Тревога. Нас пердолят. Надеюсь, мы отобьемся. Так, ну вот они все должны убежать, короче, в ратушу. Или по домам там, я не знаю, куда они убегут. А, вот их бьет, смотрите, их бьет. Сама ратуша бьет. Замечательно. Тогда мы, в принципе, не ГГ еще. Но нужна армия, очевидно. Так, минус один. Забор бьет. Смотри, какой дурак. Наши пробегают, а он бьет. Дебил. Можно же просто так пробегать. Че, ты тупой, что ли? Ну и вот этих двух гоблинов. Вышка, ты не достаешь, да? Да, она не достает. Ну ладно, ничего страшного. Но зато я по крайней мере, знаю, откуда они прибежали. Давайте, мочите их, мочите. О, ты кто? Марона, ты молодец. Какая-то сойка-пересмешница местная. Так, минус один. В этого плюньте. Блин, убегают, они убегают. Все, тревога закончена. Выходите, люди мои, работать. Мы их отогнали от нашего поселения. А, блин, прикольно. Вот видите, вот такого нету какого-нибудь там, в каком-нибудь, я не знаю, универсиме. А хотелось бы. Вот такие сражения нужны. И надо теперь... Да все, уже не атакуют. В смысле, что? А, они еще не убежали, поэтому иконка не прошла. Они сломали мне, получается, что? Хижина уничтожена. Ребилд. Козлы. Построим заново. Все фигня. Все говно. А можно вот сюда перенести? Тут прорывы до хрена всего, посмотрите, а? Идите, собирайте там. Короче, все нормально, отбились. Все хорошо. Но с деньгами какая-то жопа. Из-за того, что я понастроил кучу всякой фигни, у меня минус 12 денежек. И я хочу что-то продать. Вы сегодня что-нибудь привезли сюда из того, что я просил? О, привезли, да? Ну-ка, давайте посмотрим. Предложенная цена. А он не хочет это покупать. Ха. Нормально. Переместить золото. Нет, я это не перемещаю. Не, торговца нет. Вот что. Вот поэтому цены и нет. Все нормально. Может быть, когда придет торговец, можем продать. Потому что оп, сейчас налоги ноль. А что такое? Минус 4, минус 8 и налоги 12. Ну, короче, мы сейчас в нуле, получается. То есть у нас не минус, а... Угу. Я понял. Нужно строить новый район. А чтобы строить новый район, нужны деревья. А деревья у меня что-то никто не пилит. Пилите деревья, ребята. Сейчас я посмотрю, что у меня там по дровосекам.
Дровокол. Это не то. А есть просто дровосек. Земледелец — это пища вот по ресурсам. Где, где, где? А нету. Рабочих 6. Чем они занимаются? Рабочие — это, по идее, как раз бездельники. Они должны... О, ребята. О, смотрите, что мы нашли. Еще сюда пройдите. И сюда. Нашли еще одно озеро. 2 озера. Вот сюда еще дойдите кто-нибудь. Но глины нету. Нету глины. Я просто подумал о том, что если мы сейчас начнем что-то продавать на базаре, можно будет покупать глину тупо. Потому что, ну, я не знаю, где ее брать-то. Ни одного месторождения нет. Кошмар, кошмар. Постройка горит. О, наша коптильня вспыхнула. Берите срочно воду. Давайте посмотрим на пожар. Мне нравится, как сделан огонь. Будет распространяться, нет? Дебилы, вы что тушите-то, я не пойму. Какие-то идиоты. Они должны тушить здание, они, ну, короче. Так, что они? Потушили, понял. Я-то надеялся разгориться, ну ладно. Вот такой я предводитель, ну а что делать? Теперь у нас куча ведер по всей деревне валяются. То есть вы их просто побросали, да, когда все потухло? Как мы, какие молодцы, а? Просто красавчики. Нормально, нормально. Я не понимаю, почему меня не рубят деревья. Мне нужно, видимо, больше людей, чтобы они этим занимались. И у меня еда начинает просаживаться сильно-сильно. Что по амбару? Зерно, мука. Ну, у нас нету мельницы, поэтому обломитесь. Так, где еды-то взять? Кабан тут пришел, кстати. У меня сейчас 8, и 5 сгниет. При том, что у нас есть погреб, в котором... Да вроде все есть. А, она, наверное, на рынке, поэтому она изгниет, да? Ну, точно, здесь копченая рыба. Переместить предмет в общее хранилище. Потому что она сдохнет. Нам не надо рыбу терять. Нам она нужна. Давай, Гуди. Факторки не будет. Прости. Так, бревна пошли. Кто-то рубит? Никого нет. А вот тетка одна рубит. Молодец, тетка. Давай, продолжай это делать. Нам очень нужны бревна. Я сейчас еще упарюсь по домикам. Здесь у нас будет, получается... А вот тут, видите, они не расчищают. Мне надо, чтобы они вот это все вырубили. Они ничего не делают. Может быть, построить им еще один склад? Потому что этот типа забит у них. Что такое тут у вас? Так, вот, вместимость у него еще колоссальная. 1500 можно напихать. 1000, в смысле, она всего 1500. Вот, поэтому давайте. Вот здесь вот эта дорога у нас наша главная пойдет. Поэтому домики будут находиться вот так. Так. Ага, и тут надо равнять, потрясающе. Так, так. Угу. Теперь надо дорожку прокатить сюда. Здесь, по-моему, да, я хотел. И где-то тут я тоже разрыв делал для дорожки. Вот здесь, по-моему. Короче, надо ждать, пока достроят. Смотрите, прибежали, сразу строить. А что за фигня? Вы не хотите лес вырубить здесь? Он не нужен, понимаете? Он вообще не нужен здесь. Так, надо камни добывать. Где у меня тут камни? Камни у меня тут есть. Заражение глистами поражает поселенцев. Они, короче, отпердохали глисты моего поселенца. Окей, теперь рынок, короче, нужен мне. Вот благоустройство. Иди сюда, рыночек. И значит, рыночек должен захватить весь этот район тут. И вместе с ним, короче, вокруг него должны быть жилые помещения. Следовательно, он должен находиться, вот, располагаться как-то вот так. А здесь нужно, видимо, будет вот так вот подровнять. И, может быть, получится. Вот, я вот этот разрыв же делал, да? Вот, правильно. Странно, почему здесь... А, здесь, наверное, дом. Да, вот дом. И здесь странно. Я вроде между ними оставлял место. Или мне показалось, что я его оставлял. В общем, ладно, в любом случае дороги у всех домов есть.
Пожалуйста, сделайте это. Нам нужны камни. Ну вот, молодцы, можете же, когда хотите. А что, они выровняли, что ли, уже? Оу. По-моему, они ни хрена не выровняли. Может, его так поставить? Нет, не так. Почему они тут не равняют, суки? Равняйте. Равняйте этот красивейший склон, давайте. Блин, еще и зима пришла. Все не вовремя. Давай, пили его, пили. Ну, скажите, что он сейчас хорошо сравняется. Ну, я не знаю, хорошо или нехорошо, но мы попробуем. Ну, нехорошо же, ну. Не работает пока ваш склон. Давай попробуем вот прям под здание вот так сделать. Ой, да, попробую еще тут попадивать с этим выравниванием. Но это интересно. Да, это интересно. Вот построю рынок, и будет прекрасно вообще. В смысле, ну да, рынок. Здесь можно домики будут поставить, здесь можно домики, а здесь на верхушке будет башня, чтобы защищать этот прекрасный новый район зажиточных крестьян, у которых будет свой амбар. И, может быть, даже я им когда-то построю здесь парк, если они будут себя хорошо вести, если у них еда не кончится, они не сдохнут. Ну, вот там кресты у одного. А, брюшной тиф уже. Ну, нормально, его подлечат. Лекаря сделаем, когда будет золото. Мы для этого золота сейчас и работаем. Так, скажи, что ты классно все подровнял. Не знаю пока, но... Ну, говно. Слишком крутой склон. Глаголят они. Ну вот, давай еще разок. Может быть, с третьего раза у них получится сравнять эту гребаную землю с землей. Давай. Тебя получится. Ребята, я вас охренеть как верю. Нам нужен здесь базар. Ну, пожалуйста. Ну, он очень хочется мне базар здесь. Давайте. Прикольная механика выравнивания земли, но хотелось бы, чтобы вот это вот выравнивание я мог контролировать. Ну вот смотрим, короче. Ну, нажмись. Серьезно? Ну какого хера? Ой, давайте. Я все равно попробую. Мне очень хочется, чтобы было ровно и дом там стоял. О, кстати, они еще одну хижину построили и начали камни разбирать. Молодцы, наконец-то. Так, им здесь нужен, кстати говоря, колодец обязательно. Сразу заложим им сюда, вот тут, вот, наверное, сюда и заложим пока что, да. Начинается 8-й год, да? 8 лет мы уже живем здесь. 8 нахрен лет. И у него тиф прошел. Вот я не знаю, как они вот как-то вот, я не знаю, что у них там за травы они жрут. И как они лечатся от болезней, которых у нас-то не лечат. Но это необычно. Да, это необычно. О! Получилось. Господа, у меня получилось. Здесь будет рынок. Здесь будет рынок, и мы здесь все домами запердолим. Сейчас налоги пойдут в плюс. Надо только дорогу сюда проложить какую-то. Какую-то дорогу. Вот, допустим, она у нас пойдет дальше туда. И приедет к рынку. Вот так вот. Отлично. Отлично. Срочно постройте мне этот гребаный рынок. Мне нужны деньги. А вам нужны люди. Поэтому я хочу... О, я понял. Выравнивайте. Спасибо, вы погибли из-за холода. Нахера вы на зиму-то их сажали, идиоты? Я ж все там расписал вам. Замерзшие посевы. Видимо, был холод. Либо они не успели собрать, либо они идиоты. Что у нас в колодце? 41 вода. Ну, ладно, нормально. Там добавляется вода, все хорошо. Кого вы опять бьете? Кабан. Вы кабана, что ли, убить не можете? Серьезно? Давай, давай, кабана, давай, побеждайте. Вот он убегает, ну же. Ну же, пни ему в жопу, он умрет. Ну давай, 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 давай. Молодцы. Так, это собрать надо. Давайте дороги пока улучшать. Тут как раз они, может, камень-то уберут, наконец. Тут у нас получается
Вот эту дорогу никто строить, видимо, уже не собирается, да? Всем уже насрать на нее. Грунтовая дорога. Почему ее не достраивают? Я не понимаю. Вот убейте меня просто. Я не знаю. Отмена операции в таком случае. Давай. Вот она что может. Смотрите, видите, может быть дорога здесь. Что за фигня? Почему ее не строят? Чем она не нравится? Смотрите, начали строить. Баг какой-то, видимо, срубил я себе. То есть эту тоже надо отменять, получается, да? Вот эту грунтовку, которая здесь... Ну как вот на нее теперь нажать-то? А, вот. То есть если я сейчас проведу здесь еще раз грунтовочку, то они ее будут строить, да? Вот я поржу, если действительно так. А мы продолжаем улучшать дорожки. О, апгрейдинг, смотрите, апгрейдинг. Нормально, нормально. Но сперва мы здесь все апгрейдим. Вот это поворот. Вот. О, это не то. Дома, кстати говоря, тоже могут улучшаться. Вот. Хотелось бы их тоже улучшить. Сейчас будем камни пердолить просто как не в себя. Вы что, в смысле, они построили дорогу, но камень не убрали? Серьезно? Собрать ресурсы. Приоритетная цель. Пожалуйста, сделайте. Я не могу уже на эту скалу смотреть. Они не хотят ее почему-то убивать. Скалу эту долбанную. Убейте скалу. Ой, торговец уезжает. Блин, я не успел. Не успел же, да? О, смотрите, смотрите. Камни можно продать за... Серьезно? 400 денег? Поступило в хранилище 400 золота. Ни хера они за камни дают. О, что это бизнес по мне? Нормально вообще. Спасибо, Сашко. Спасибо. Прибыл новый поселенец. Нас теперь 45. А что они как беда прибывают? У меня по еде проблемы, видимо, да? Что у нас там? Есть овощи, есть рыбка, есть вяленое мясо и все. Молочной продукции у нас пока нет. Сыр там у нас есть, молоко. Блин, а ягод вообще нет. Ты чем занимаешься, слушай? В прошлом году собрал 80 ягод, 16 яиц. Что-то мало тебе, не кажется, друг? Как-то вот совсем ни о чем получается. Надо придумать какую-то еда-вынималку в этой игре, я не знаю. Потому что еда начинает проседать потихонечку. Они мало еды собирают. Хоть у нас и 3 рыбака... Но, видимо, этого не хватает. А здесь что? А здесь никто даже не работает. Потрясающе. Теперь работает. Теперь у нас правда 3 рыбака. Нехватка пищи. Да, вот оно. Вот оно пришло. А это значит, народ не идет. Но зато у меня золото должно быть... Вот сейчас они достроят. Давай, давай, давай. Достраивай. Все, пошла строечка. Сейчас золото в плюс пойдет. Все, да? Скажи, что да. Ну? Ну? Ну, видимо, пока там нет товаров, плюс не пойдет. Короче, будем ждать. Должно пойти все-таки. Вон что-то везут туда на склад, на телеге. Привезли, смотрите-ка. Странно, короче. Ну ладно, подождем. Оно все-таки должно быть как-то. Как-то они с этим должны... Должны с этим справляться. Да, охотники — это очень сомнительная история. Мне кажется, они еще не допилены до конца у разработчиков, потому что олени то есть, то нет. То есть они мясо могут годами не приносить, пока ты им прям пальцем не ткнешь в этих оленей. То есть нужна какая-то... Вот, все, налоги 5. Нужна какая-то прям другая тема. Да. Сейчас я посмотрю по производству пищи, что у нас еще есть. Хлев есть. Производит мясо. О, ребята, вот это мне нравится. Это же ферма, мать его. Тут можно разводить скотину. Но скотину надо разводить где-то вот тут, я полагаю. Черт, как же здесь прям вот фу, говно. Надо срочно вот это вот так вот сделать.
Короче, будем скот разводить, господа. Но уже попозже. А сейчас пришло время прерваться. И посевы засохли. Я твою папу буду покушать.